Есть вариант? Так, значит, внимание сюда. Эй! Внимание сюда. Значит, что мы сейчас делаем? Повторяете. Сзади, вправо, влево. По одному разу. Бедро. Через плечо. Вправо, влево, медленно. Вправо, влево, затем более. А вы что-то делали? Да. Вправо, влево. Что еще у вас есть? Лево-право. Да. Все приемы, 5 приемов. Лево-право. Смотри. Петро. Спасибо.
Да, мы в ТикТок поставим. Хочешь?
А у тебя папа стекла не ставит случайно? Вот смотри, ты разбил стекло, а папа пришел, застеклил, и у вас зарплата нет. Нет, я могу стол звонить. Да? Да. Красавчик. Значит, смотрите внимательно. А, у вас еще нет. Сейчас ваша задача. Вот этот молодой человек. Да, иди сюда. Дай-ка мне туда один мяч. Нет, вот смотри, вот тот полосатый. Значит, посмотрите, когда вы будете сейчас в волейбол играть, вы должны, один человек становится здесь, и он мне в руки дает. Кто? Один становится здесь. Почему? Чтобы в лампы не попасть. Приходится очень сильно. Значит, посмотрите, если вы не умеете играть в волейбол, вы просто должны мяч схватить быстро, поставить немножко вперед, ручки. Посмотрите, все ручки готовы, да, и мягко кинуть ему. Раз, бросаем. То есть просто ловим и быстро бросаем. Ловим и быстро бросаем. То есть это ближе к волейболу. Если у кого-то получается, или еще что-то. Значит, мы подбрасываем. Раз, и стараемся. То есть если мяч летит в сторону, захватите мячик и играйте. Раз, посмотрите. Вот, вот он сыграл, а там кто-то стоит, он ударит. Поэтому летит, значит, пусть летит. Еще раз. Так. Брось мне сюда. Ну, упал и упал. Просто подошли и взяли. Не бросай. А если вдруг мне в лицо попадешь, вот представляешь, ты это алмазан? Думал тренер культуры физики. Он, как тебя зовут? Пятрис. Он говорит, Пятрис, дай мне мячик. Ты ему кинула мячик. А там что-то случилось, он поворачивается, он мяч в лицо, раз. Он тогда ему мяч в лицо не говорит. А если я попадет, я помню долго. Поэтому лучше подойти и отдать тренеру. Или если он вдруг попросил бросить, лучше взять и... Так, а лучше? Дай мяч, пожалуйста. О, спасибо. Когда тренер приготовился, умница, спросит. Чем занимаешься? Скажи, дзюдо. А, Сергей Анатольевич. А знаешь почему? Все семьи, мальчики, а девочки здесь сидят. Значит, чтобы вы запомнили Ренату всегда. Девочки заходят первые, заходят потом мальчики. Хорошо? Значит, сейчас. Похудел с вами здесь. Да-да, вдруг будет Александр Иванович опять. Значит, сейчас вы становитесь и будете играть в волейбол. Ваша задача, как можно сделать больше передач или сыграть в волейбол. Значит, так. Вы вдвоем? Вдвоем. Перенеси мне вон тот мешок. Вот тот мешок. Перенеси мне. Становитесь вон туда. Вот как они становятся, будьте рядом становиться. Разбежи. Разбежи. Иди, вот, давай, иди в мяч. Так, эти мячи. Так. Нет, вы вдвоем. Туда. Мячик. Мячик им туда становитесь, играете. Так, Михаил. Вы вдвоем. Туда. Раз так будет. Ты мальчики, девочки. Михаил, возьмите мячик. Вы становитесь здесь, Михаил. Здесь и здесь. Осталось только в окно попасть. Раз, два. Я не понял. А, да. Вы вдвоем туда. Мячик у него заберите. Да. Ага. Так. Вот мяч. Мячик. Знаете что, девчонки? Я вам просто встаньте вот там на синем месте. Туда. Девочки, вон туда. Да. Вперед. Топ. Все, вот так, пошли. Вы здесь. Вот вы здесь играете, хорошо? Стоп, Матер! А где вы, ты куда? А, все, понял. Посмотрите внимательно. Еще раз. Вот
я же змей. Если я вот так стою, не играйте, не бросайте, попадете в лицо. Вы говорите, смотрите в глаза и говорите, Жасмина, она раз руки подняла. Вот тогда ближе. Вот тогда бросаем. Ближе, ближе. Приготовились. Делаем 50 бросков. Каждый. Это 100. Аджимен, пошли. И быстрее. Вадим, ближе, Вадим. Футболку брать с собой. Здесь переоделись,
потренировались, футболку полотенчиком вытерли, футболку одели, пошли домой. Так вы в мокрые пойдете. Хорошо, чтобы в мокрые не пошли, снимите курточки, повесьте сзади. Курточки можно снять, курточки. Сейчас, пацаны, спину пасть, боец. Значит так. Ой, я все сейчас ваш. Аиш, вас зовут Григорий Аиш, Артем Аиш, Вадим, да? Вадим Аиш, да, Аиш. Значит, смотрим на меня. Смотрим на меня. Посмотрите внимательно. Я делаю рукой так. Вы что делаете? Три раза. Раз, два, три. Три раза сюда. Хоп. Аккуратно, не широко. Три раза сюда. Раз, два. Ага, хорошо. Готовы? Сюда. Три раза. Раз, два, три. И обратно. Стоп, и остановились. Так, теперь делаем сюда. Раз, два, три и обратно. Хорошо. Сюда. Хорошо. Сюда. 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 Отлично. Стоп. Теперь смотрим на меня. Смотрите внимательно. Я показываю. Значит, это назад. Вы смотрите как. Не так бежим, а на носочках. Вот. Раз, 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 раз. Показываю вперед. Вы на носочках бежите. Ноги не вместе. Вот так ножки. Приготовили. Стоп. Смотрим на меня. Ко мне. Три шага. Инга. Ко мне. Раз, два, три. Стоп. А, ножки пошире. Чуть-чуть. Назад. И на поинт. Хорошо. Сюда. Назад. И на поинт. И на поинт. И на инки. И на поинт. И на эти, и на поле. Стоп, аж зацепил. Теперь смотрите внимательно. Никаких падений. Так, ко мне идет Руслана. Руслана. Кто-то мяч поставил. Давай мы его уберем, чтобы ты не наступила. Значит, Руслана. Руслана. Ты прыгаешь на одной ноге. Так, Артем, сюда. Куда может бить Руслана? Руслана может бить по спине, по пятой точке. Нельзя бить спереди, по лицу и по ногам стараться. А ты не падаешь. Будь внимателен. Держи. Вы вчетвером только на ковре убегаете. Руслана прыгает и старается вас... Хаджина! На одной ноге. Вот. Вот так. Стоп! 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 Иди сюда. Ты как сам набрал. Еще раз. Посмотрите внимательно. Старайтесь видеть все вокруг. Не делать больших шагов. То есть передвигаться вот так, как мы передвигаемся. Хорошо? Отжимаем. Вика, ку-ку. Вика, ку-ку. Не спеши. Не спеши. Стоп. Вот, стоп. Смотрите, не ударитесь. Сейчас Вика поможет. Руслане. Это сильно не Хаджине! Вот две девочки! По заднице! По зеленой! Вот так!